офсайд. Я не понял, как он так упустил-то. А хули, никто не помогает. Они уже... Они уже сами. Разбежались, блядь. Вешай. Опять, они все время что-то через центр, да? Да отдай уже немножко. Красава, вообще. Да убегай, убегай, блядь. Че было? Я не понял. Ну-ка, че сюда бежит? Че было-то, а? Я не понял. Ну-ка, поставь на обратную. Да погоди, тут надо останавливаться сначала. Что за клоун слушает, а? Откуда? Не знаю, кстати, из Кирова, наверное. Из Белой Холуницы, по-моему. Откуда же? Ой, ничего себе. Что-то тут будут бить? За сейф. Спонтан, типа. Скидка в центр. Не, ну в принципе нормально так-то. Нормально. Вообще. Ваут, что ли, да? Право сразу, не глядя. Ваут, да, так и знал, ё-моё. Так они сейчас на отбой будут. Конечно. Искать одного. Давай. Да. 18-го, крой. Ё-моё. Вали уже, блядь, его. Забивай, блядь! Быстрее, ты пишешь, блядь! Саша, подала! Один на один, блядь, а! Чё ещё надо идти? Пробейте в рамку, блядь, с ударом! Там уже валить надо, по-любому. Стас, корпус, тащи мяч правой ногой, блядь, ходи там, шаг два, нахуй, всё, в рамку. Где, блядь, эти зоны тренерские? А, да-да-да. Своим штрафну еще подаст. Ну да ты заряжаешь! А что там было? Ничего не было. Он упал просто. Пробей! Пробей! Почему? Наш валяется? Да. Блядь, у них так вот. Вынеси, вынеси мяч! Вынеси мяч! Вынеси! Не, что было? Я ничего не понял. Ничего не было. Просто вверх оба прыгали, один просто приземлился хреново вот это, да? Все. Ну как бы тут нарушений-то вообще нет. Просто... Защитника уже не хер, блядь. Держать. Реально втроем. Все, вроде как в песне, знаешь, на шнангу куда налился-то. Как в песне, знаешь, это. Когда типа уже все, разочарование полное. Да, да. Игорь! Игорь! Игорь, Лёха! О, замену просит еще. А там замен-то уже нет. Поиграйте, люди, поиграйте! Поиграйте! Собрали в бить, а? Все, проигрываю. Ты что такое-то, а? А вы что, играли с ним? Я ж тебе говорил, когда за полимеров играл. Против Олимпи? А, ну. Там парочка из этих играла. Соня, вообще играть не умеет. Хоккей намного лучше, чем футбол. А что такое-то с ними, а?
хочу, блин, 1-2 опять продвинуть. Только, блин, в ее счете сейчас, блин, 2 мяча выбили. Это вообще обнаглели, а? Надо же так умно, а? Вообще расслабились. Ни одной домашней игры с победой нет. Хоккей намного лучше, чем футбол. Лучше бы хоккей был, чем футбол. Блядь, отскок смотрите! Что там? Там доска! Он взял, это, поймал, из него мяч через руки. Да? Или в счете, блин, 1-0, составил 1-2. Нормально. Меняй вратаря уже. Да, лучше хоккея нет. Футбол вообще не умеет такой. Отлавливаю. А? Второй. Но не могут выиграть, все у них 0-0. Вешай, вешай. Нашу травму включили. Полез. Не-не, выше намного конкретно. Одну домашнюю. Что, замены нет, что ли? Так он сделал. По-моему, последняя была. Да? Что там такое нога? По-моему, все нормально. Помочь ему надо, блядь. Ах нет, что-то их мало там впереди. Смотри, я обрезал. Так, да, так их впереди мало вообще. Да ладно, никто не возвращается. Вали его. Так нет, и сзади нет, и впереди нет, как бы это. Ходи, ходи, ходи. Блядь. Все. Они... Нет, если бы он дал на дальнюю, то вообще. Ходи. Дай по зрячему, и полгол все. Они не успевают, блин. Так я тебе говорю, к 80-й минуте самое интересное будет. Все выдохнутся и там... Смотри, даже не претендуют. Ну? Прострелял, ну... А что он ждет-то? Конечно. Али, посмотри, она... Заработай тут угловой. Не, второй подстраховал. Смотри, вчетвером. Да. Еле, блядь, пятый подошел, помог. Ну. Говори. Я не понял. Потерял, так беги за ним. По мне так вот сейчас вот пробросили и, блядь, убегай. Вот я тебе говорю, это самое нормальное, тактика. Чисто одному почти, да? Ну? На линии чисто и все. Кому, блин? Вот! О, хорошо, хорошо ты спил. Они сегодня без СК разыгрывают. Задолбали уже. Я не понял, что было-то вообще? Он же просто тупо выбил. У этого нормальный пас, блядь, он в защите играет. Да, кстати. Не, он реально, блядь, смотрит. Вот это пас был, да? Жесть вообще. Сейчас ему на ход, да, и все, убегает. Вот. Не такие медленные. Ну. Что говоришь? Рома. Оп, ручки. Вали! Да вали. Жесть, это что вообще?
Максим! Фэйрплей типа, да? Сами нападают, да? Да-да. Не понял, что он так убегает вообще легко. Ну. Да попроще сыграть. Да не тебе пастор был. Ладно, я пока остановлю. Пока что-то неинтересно.